Между тем, в Египте экспертам удалось извлечь данные из черных ящиков разбившегося лайнера. Сейчас их анализируют. Сообщается, что речевой самописец был поврежден. Местная газета «Аль-Масри Аль-Яум» сегодня опубликовала информацию со ссылкой на собственные источники о том, что у российского лайнера в воздухе взорвался один из двигателей. Почему это произошло, специалисты пока не знают. В то же время официальные власти эту информацию никак не комментируют. Они призывают дождаться результатов расследования. Великобритания объявила сегодня, что останавливает все вылеты своих самолетов из аэропорта Шарм-эль-Шейха. Это сделано из-за подозрений в том, что причиной крушения российского авиалайнера стало взрывное устройство. Рейсы задержаны для того, чтобы британские авиационные эксперты смогли проанализировать ситуацию с безопасностью полетов в этом аэропорту. Сегодня же информационное агентство Рейтер передает. Египетские следователи считают, что причиной катастрофы мог стать взрыв топлива или бомбы.